всем пламенный привет. А затем пламенный. Рада подписчиков поприветствовать. А ты не рада подписчикам? Поприветствую подписчиков, скажи им всем пламенный, огненный приветище. Как тебе удобно с этим стилусом? Да? Вот так, да? Ты тын-дин-дин-дин-дрин, да? Он работает. Ты тоже с этим? Да, я вот играю. А вот так вот, кстати, я тоже. Так пальцы не устают, да? Удобнее в игры играть с ним? Только просто всю руку берешь, а одну штучку делается. А, другая рука у тебя отдыхает, да? А вот так вот неудобно. У вас как машина-автомат, да? Намного удобнее, да? Девочки. Настя уроки написала. Нужно будет подушку постирать и уже на улицу вынести. Сегодня на улице еще даже будет теплее, чем вчера. Думаю, что уже, наверное, пора стирать всю зимнюю одежду. Уже убирать, доставать весеннюю одежду. Кстати, Насте можно... достать вот эту, да, Настя, которую в прошлом году мы покупали с Элизой, ты тебе, джинсовую с розовым мехом. Помнишь, мы покупали? Да. А вот эту нельзя, вот эту, которую... Какую? Белую? Ну, надо ее померить, она может быть тебе еще большой. Нет, ту еще прохладно, Настя, все равно где-то ветер. Иначе можно быстро-быстро заболеть. Все равно как бы не было. Ветерок. И вот. Но уже можно начинать стирать всю эту одежду зимнюю. Потихонечку отправлять на второй этаж. На склад наш. А там у меня еще куртки лежат. Надо будет вытащить как-то, каким-то образом. Опять то складное помещение нам придется отодвигать, что-то делать. Я еще сегодня хотела бы выйти на улицу и в бочку закинуть, как он называется-то, снег заполнить, потому что снег сейчас быстро-быстро будет таять. На улице солнце, на улице тепло, весна настоящая, поэтому снег может моментально растаять. Картошку семенную мы еще не вытащили, еще не достали, Валерий, говорю, давай уже на следующей неделе. Потому что она быстро прорастет, а совсем большие ростки мне тоже не нужны. И на, как бы и так хорошо будет. Вот будет так лучше. Еще нужно посмотреть мне в хозблоке нашем стаканчики, потому что я помню. Я помню то, что я эти стаканчики в прошлом году, когда пересаживала петунью, не выбрасывала, а положила их, сложила аккуратненько и убрала. И вот хочу посмотреть, где они у меня. Начать рассаживать свою петунью, потому что она уже так хорошо-хорошо подросла. Вот надо вот этим делом заняться. В общем, у меня сегодня дел очень-очень много. Надеюсь, то, что я все сделаю. Самое важное, самое главное, это нужно мне петунью рассадить, потому что она растет просто великолепно. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить, как говорится. Очень хорошо, очень быстро солнце. Никаких подсветок, ничего мне не нужно. Ну, потому что у меня солнечная сторона, и поэтому фитолампа особо-то и не нужна. Вчера смотрели «Кунг-фу панда». Диван так и не заправили. Здесь просто уже, уже просто... Вон как выросла. Она на глазах. Да. Ну что, вылупился мой росточек. В общем, наверное, и не будет его. Может быть, сюда поставить на свет. А то как-то каждый день подходишь, каждый день новый листочек. Так. Вот это мама, вот это. Она прям просится на улицу уже. Ну, на улице-то она не просится. Просится. Она просится... Пересадите меня, говорит. Да, а подоконники узкие, сейчас буду искать место. Еще нужно сажать уже помидорки. А теплицу будем ставить, Валера сказал, как снег сойдет, так сразу же тепличку будем устанавливать. Кстати, большое спасибо в Дзене, мне написала Елена. Я вообще об этом не думала.
А ведь тропки вот эти в грядке. И ладно, я пройду, а ведро поставить? Ведь тоже нужно об этом подумать. Я вот... Чайник выключила. Я вот с мамой разговаривала, вот буквально на днях. Я говорю, ну, ё-моё, купишь теплицу, да, еще нужно вот это вот продумать, грядки. Туда-сюда. Почему нельзя сразу же все включено? Вот купил теплицу, сразу же тебе и грядки, и все, что хочешь. Нет, купи теплицу, еще подумай, еще как лучше. А мы еще такие люди, чтобы уже, знаете, хочется поставить и забыть. Уже сделать хорошо, а не каждый раз переделывать. Потому что особо-то переделывать и не хочется всегда. Особенно если вот Валера работает, потом что-нибудь сломается, да, и уже неохота. Неохота. И вот если делать, то уже делать капитально. И вот поэтому мы сидим и голову себе ломаем. Проблему себе сами придумали. Поэтому ладно. Разберемся. Так, ну я сейчас попью кофе и начну делами заниматься. Надо Валере еще позвонить, чтобы молока купил. А что, давай говори. Давай. Давай говори. А? Давай. Я говорю, сейчас тебя засниму, твои слова. В интернет, говорю, выложу. Настя в школу. И Лизе давай прическу сделаем. Что? Да? Сейчас будем с тобой сажать эти петуни. Ты сейчас, я найду стаканчики. Ты мне должна будешь в стаканчики землю наложить. Я рисую. О-о-о-о. На голову. Все, сейчас помогать мне будешь. Я рисую. Потом дорисуешь. Аля, ничего не хочешь сказать? Спасибо за обед. Здоровья, здоровья. Сейчас чуть не поругались с ним. Да. Чуть не поругались с ним. Все связано с политикой. Если так коротко. У нас немножко разный взгляд, да, Аля? Да, одинаковые, то есть по-разному все видят. Да-да, каждый видит то, что хочет видеть. Кто-то плохое, кто-то хорошее, да? Да. Да-да-да-да. Давай, красота. Резиночки. Давайте, хорошего дня. Всем пока-пока. Надо вообще осеннее тебе достать. Сегодня обязательно надо будет курточки посмотреть, обувь твою осеннюю. Да, капюшон только надень, а то продует. Давай, все, пока, хорошего дня. Красотой, Лиза, решила навести тоже, да? Накраситься решила, да? Да. Так, ровненько надо тебе пробор сделать. О, как, о, как. Такая красивая будешь, да, сажать цветочки? Да? Да. Что, гулять-то сегодня пойдешь? Наверное, да. Или нет? Эмиль зайдет за тобой после школы? Какой школы? Как? Эмиль-то в школу ходит. Ага. Зайдет? Не знаю, наверное, да. Хвостики сделаем, да? Угу. Все кремом намазала, следующий, да? Что будешь так делать? Можно, в принципе, как это? Потом помада. Помада? Время медленно шагает. И у нас год. Красотуля? Лепатуля. Лепатуля, красотуля. О, как. Красота. Ух, как. Самое важное вот так сделать, да? Угу. Так, так, потом вот я вот тень наношу.
Я хочу взять вот такой вот розовый цвет. Ух, очень-очень розовый. Угу. Давай, я сейчас оденусь, пойду схожу в хозблок. Пока ты марафет наводишь, да? Чтобы корзинки взять, да? А? Чтобы корзинки взять, да? Да я хочу стаканчики посмотреть. Ты только много-то не наноси, ладно? А то, когда много, не очень красиво. Вот, шикарно. Шикардос. Еще поправить. Еще вот, поправить, я вот еще сделала. Добавить, да? Ой, не туда, случайно. Так, я пошла в наш хозблок. На улице немножко даже ветерок. Посмотрю. Тут у нас все в снегу. Если я найду, конечно. Фросечка, ты что там делаешь? Ты в окно лезешь, да? Ё-моё, здесь даже капает вон. Видимо, я тут пролезу, не пролезу. Вот этот хозблок надо будет разбирать. Потому что Валера сказал, вот этот снег, который здесь он находится, и под дом течет, и в погреб течет. Но сейчас пойдем не мяукай. Велик сломался. Тут как-то снег на него. Так. Здесь вон велосипед. Вот вижу, это вот Валера мне вечно завалит все здесь. Я поставлю аккуратненько. Он мне все заваливает. Кинул, бросил, кинул, бросил. Я потом вот так вот сюда пытаюсь все достать. Так, петуньки же мне надо. Петуньи мне надо. О, лопатка моя. Она мне нужна. Господи, боже мой. Эти мои тоже штучки всякие. Так. Все раскидаю. Еще хуже будет. Так, вот давайте посадить. Ведро, что ли, пока закинуть. С ведром вытащить. А вон они, я вижу. Вижу. Я еще боюсь тут этих мышей, блин. Как бы они здесь не повылазили мне. Меня не перепугали. Вот мои вот эти все. Валера стулья сюда поставил. Оп. Ругаться буду. Сказала же, аккуратно все поставь, чтобы я могла потом
весной достать. Нет, все завалим. Все завалит, то, что я потом стою и вот так вот не знаю, как все подоставать. Аккуратненько все поставлю, сложу. За лето несколько раз здесь приберешься, пока Валера сюда не попадет. Что за привычка дурацкая? Там вот я не могу. Вот это мне все равно надо будет доставать. Сейчас помидоры, когда будут сажать. Это тоже можно будет питоньки посадить. Да, если... Ой, вон там еще есть. Как бы до туда добраться. Ладно. Идет с работы. Скажу, пошли. Доставай как хочешь. Повезло ему, что он уехал. Ничего не могу достать. Так, а вот здесь поближе ничего нет у меня. Так, вон там вижу корзинки. Здесь стаканчиков не вижу. Я много стаканчиков этих покупала и убрала. Так. Вот, а теперь как-то нужно в обратном направлении выдвинуться. Теперь обратно. Так, вот эту, наверное, не буду брать. Вот это хотя бы возьму. Хотя бы это. Ох, все валится. Все валится. Все. Хоть что-то. Как солнышко, тепло. Хорошо. Заходи, красотуля. Так, я хочу ведро это оставить. Тут вообще выбросить так не надо. Наверное, сейчас сама землю здесь наберу. Она грязная. Землю сюда вытащу и здесь все сделаю. Потому что дома не хочется грязь эту разводить. Что там вынюхиваешь? Лопатка мне это нужна будет. Как-то аккуратненько все. Здесь грязно немножко. Ну ладно, на подоконник там поставлю. Что ж теперь сделаешь? Что, гуляем, гуляем, девочки, красавицы? Все, я вынесла. Сейчас сначала я в такие маленькие рассажу. Петуньки. Такие я тоже все нарезала, все баллоны, чтобы мне хватило. Сначала в аккуратненькие, в такие. Землю раскидаю. Еще попробую выйти туда, может быть, у меня получится. Но такие будут достаточно, я думаю, потому что все равно же, когда сажают, когда, точнее, рассаду продают, в таких же продают. А эти я, наверное, еще пока оставлю. Сейчас, если я не смогу, в эти я сажаю там. Лобили, их бы лучше помыть, полить. Вот. Ну, попробую еще, конечно, я на веранду сходить. Уже с собой в камеру брать не буду. Потому что, когда одной рукой снимаешь, записываешь, неудобно, конечно же. Так. Сейчас. Мешок мне надо как-то поставить. Не хочу дома грязь разводить. Сначала Элизу хотела попросить, но на улице тепло, поэтому уже и здесь можно этим заняться, чтобы дома вот это все не мешать. Сейчас вот так совсем много заполнять не буду. Немножко, ну как бы, чтобы не совсем плотно. Хотя все равно, когда еще водой польешь, осядет немножко земля.
На веранде тоже нужно будет порядок. Сейчас снег растает, обсохнет, когда все, уже на веранде порядок наведем. Так, сейчас я еще пойду возьму. Попробую достать, потому что у меня вот таких стаканчиков было очень много. Я штук 20 покупала. Мне все равно туда надо будет попасть, как-то доставать, потому что и лобелию тоже буду пересаживать, рассаживать. В общем, сейчас... Ну, я не одну петунью, я несколько штук сюда буду сажать. А маленькие, может быть, там где-то побольше, где-то поменьше. Посмотрим сейчас, разберемся. Так. Может быть, сейчас здесь и рассажу. Я думаю, тоже не хочу. Не хочу грязь эту разводить. Ой, классная погода. Ветра нету, красота. Вот эти из-под сметаны, но я... У меня дома тоже такие есть из-под сметаны, но я пока не буду использовать, потому что я хочу дыню посадить. Не знаю еще, дыню буду сажать, что-то в прошлом году не особо. Может, немножко так же парочку посажу. Дыньки, огурцы на рассаду. И вот в таких, как бы, ну вот это пластик, а вот в таких бумажных намного лучше все растет. Сейчас сюда чуть-чуть. Чем, например, пластмассовым. Но для петунии будет хорошо будет. Никуда не денется, уже вырастет. Все равно сейчас, если на улице будет такая хорошая погода, то я уже буду сюда на веранду выносить. Если ночью будет плюсовая погода, петунии-то ничего не будет. Она же все-таки такая зима. Но морозов не боится. Как раз подрастет за это время и уже сюда вынесу, чтобы дома не оставлять. А была бы теплица сейчас собранная, можно было бы все это дело, конечно, и в теплице и оставить. Там же тепло. Хотя на ночь не знаю, как для рассады, наверное, на ночь-то не очень хорошо. Я надеюсь, то, что мне два мешка вот этого, может быть, конечно, и не хватит. Двух мешков земли. Ну ладно. Так. И сейчас еще пойду попробую вытащить хоть что-то. Так, здесь оставлю. Пойду еще посмотрю. Вот еще нашла. Это в погребе нашла. А это вытащила оттуда. Пока больше ничего. Оттуда не смогла с хозблока вытащить. Ладно, повезло Валере, что я смогла. Может, к вечеру забуду. Не забуду. А Фрося вон здесь сидит у нас. На солнышке греется. Там тепло от профнастила. Еще заполнила немножко и оставила. Думаю, сейчас, если рассажу, если не хватит, буду заполнять уже по мере надобности. Здесь одну, вот смотрите, мыши погрызли. Вот надо было им вот это вот делать, а? Паразиты такие. Сейчас за петунью. Фросечка, ты контролируешь весь процесс, да? Пойдешь домой? Не пойдешь? Так, а я зашла, чтобы забрать петунью. Вау, ля какая красавица! Ой, ну какая ты шика... А как пахнет от тебя вкусно. Ну, ты прям пушка-бомба. О, как. Ой, Элиза. Так, идемте, моя красота. Сейчас я вас рассажу. По чуть-чуть еще, пока прищипывать не буду. Я тут Валерины калоши одеваю. Потому что он мои все испачкал, мне тоже надо купить. Я не хочу такие массивные, чуть поменьше. Так, ну конечно, конечно, тебе тоже надо. Я пока не поливаю, надо будет как-то аккуратненько. Сейчас мне, ну здесь оказывается у меня прям очень-очень много. Так, попробую вот сначала кусочек.
Уже корешки довольно хорошие. Лишь бы не повредить. Так. Вон уже. Докуда корешки пошли. Так. Вот так пока положу. Что здесь? Сколько? Здесь очень много. Может, соседке отдать, а? Может, соседке? Ну, ладно, сейчас. Вот так прям посажу, наверное. Или нет, это слишком много. Вот так. Перчатки не надеваю, потому что это бессмысленно. Перчатки. Я тогда вообще ничего не почувствую. Так. Не знаю, может, конечно, какие-то, возможно, и не выживут. Но все равно. Много, но а куда деваться, как говорится, да? Может быть, все-таки весна к нам раньше придет. Я их мучить не буду, а высажу пораньше. Какую-то часть, если уж совсем будет им плохо, то уже пораньше высадить. Больше вот в такие стаканчики посажу. Фрося, ты контролируешь, да? Чтобы все было хорошо, да? Опять много. Как всегда, наверняка. Чтобы ничего. Вдруг что-то не взойдет. А это уже точно. Конкретно. Много. Так. Жалеть не буду. Что не выживет, то не выживет. Как будет, так будет. Что-нибудь да все равно выживет, никуда не денется. Никуда не денешься. Так, красота. На улице птички поют. Но сегодня небольшой ветерок все равно есть. По сравнению со вчера. Сегодня с ветерком. Это я уже сколько посадила? Уже половину посадила. Маме отдать. Мама отдаст кому-нибудь. Так, все, я сюда поставила. То, что я рассадила, мне этих петуний хватит. Потому что я же не по одной здесь сажала, толкала-то. Но то, что осталось, я поставила на кухню, на подоконник. Что приживется, то приживется. Что не приживется, то не приживется. Потому что я сейчас повредила немножко. Конечно же, там целая куча. Я только лишь маленькую часть. Не хотела же я много сажать. Так и сделала. Ага. Прям немножко посадила. Жалко? Жалко. Ну ладно. В общем, что приживется, то приживется. Возможно, и здесь что-то не приживется. Может, какие-то погибнут. Я же прям бежалась, набрала. И все. И сувала. И вот оставлю там. Как будет, так будет. Сейчас так полью. И все. Соседка навряд ли будет вот этим рассадой заниматься. Звоню ей, спрошу, надо ей петуньки. Не надо. Она не сажает на рассаду. Она покупает. Вот. Ну, а так как мне особо... Ну, она на работу ходит, поэтому ей некогда вот этими делами заниматься. И в прошлом году я ей тоже петунь много дала. У нее тоже шикарная была петунья. Она все-все рассадила. И тоже очень большая. Вот, возможно, она... Ходила, хвалилась, вот мне Алвина дала такую петунью. И вот уже, может быть, согласится. Сегодня на работе. Вот. Ну все, я, в принципе, сейчас еще полью немножко. Еще вечером полью, сейчас она тут как надо. Корешки эти. Все. В общем, первое дело готово. Потому что раз этот подоконник у меня один...
поэтому я уже здесь. Лобелию ведь тоже мне рассаживать. Еще махровую петунии 5 штук. Вот, Элиза, что там скачешь, прыгаешь? У тебя все у нас лежит. Зарядку. Так, все полила. Хватит, наверное. Все, хватит. Вот. Это же целая куча. Здесь не знаю, по сколько штук выживут, они не выживут, без понятия. Но даже если по одной, то будет хорошо. Вот у меня еще 9 штук. Еще 9 махровых петуник. Поэтому и лобелию тоже надо будет высаживать, пересаживать куда-то. Но вот эту лобелию я маме отдам. Здесь ее, она сейчас еще вот, вон еще там вон, вылупляются тоже. Растут, поэтому нормально. Элиза у нас прыгает. Позвони другу-то своему. Выйдет он, не выйдет? На улицу. Что сидит на улице? Ну, тоже тепло, хорошо. Нет, он уже со школы пришел. Что, ты зря красилась, что ли, такая красивая? Просто для ролика. Для ролика ты? А, чтобы на видео быть красивой, да? Эмиль же смотрит? Эмиль смотрит в YouTube? А, все. Так тебя увидит. Вот зарядку делает, да? Ага, глазки синенькие, красивенькие. Не, розовые. Нет, твои глаза. Голубые. Да, по цвет платья тебе очень подходит. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, а здесь у меня бардачок. Сейчас буду подметать. Здесь надо тоже выбросить, сложить аккуратненько. Что еще хотела? И надо выходить, надо будет ведро, снег набрать, ведро тоже поливать, потому что я сейчас разлила один баллон. Так что надо будет еще набрать. И как хотела в бочку тоже снежок понабирать. Здесь дверь открыта, чтобы у меня... можжевельник, но я вижу, как он растет. Я прям вижу вот эти вот шарики. Они все растут. Ну, собственно говоря, вот мой маникюр. Недолго ему осталось. Росечка тут лежит, кайфует, да, на солнышке. Тепло тебе, девица? Тепло тебе, красное? Ну, а я сейчас попью чаечек и уже пойду набивать бочку снега. У меня сегодня тоже такой же макияж, как у Лизы. Точнее, у Лизы, как у меня. Но у меня более фиолетовый. Тоже синие глаза. Сама себе, на себя любуюсь. И пойду снегом бочку набивать, заодно снега наберу. Вот сейчас чай попью. Вместе с Элизой пойдем, потихонечку будем наполнять, чтобы у нас максимально много было вот этого снега. Хочется, ну, заодно можно будет пошевелить немножко снег. Чё сидеть? Кушать есть, еда есть, все. Готовить сегодня не буду, надо доедать. Я тут еще гору посуду помыла, пока не убираю, потом уберу. А еще мне осталась кастрюля, тоже ее нужно будет мыть, это... Валера на обед приходил и ел окрошку. Вот. И Лизочка, я сейчас чай попью и пойдем с тобой в бочку снег набивать. Гулять на улицу. Пойдешь со мной? Во двор. Ну, во двор. Так, а у меня здесь куртку я свою закинула, но она, конечно же, у меня до конца не отжалась. Что-то еще не открылось. Ну ладно. И снова ставлю на отжим. И Лизе говорю, иди одевайся. Она, нет, я не пойду на улицу. Ну ладно. Пойду сама, пойду одна. Мне не будешь помогать? Семечки достать, пожалуйста. Семечки? Угу. Сейчас. Аккуратненько только, ладно, грызи. Угу. Хорошо. Вот моя петунья. В общем, она, конечно, сейчас будет болеть. Так и оставлю. Жалко. Все, я собралась, сделала себе гульку, как мы ее называем. Сейчас надену повязку, оденусь и пойду уже заполнять бочку. Еще пришли вторые шторы сегодня, я их
скорее всего, повешу, но это будет в вечернем влоге, потому что этот влог уже довольно длинный. Поэтому жду вас сегодня в вечернем влоге. Посмотрим, как у нас будут смотреться эти шторы. Понравится мне, не понравится мне, захочу я снять, не захочу. В общем, всех вас жду.